Танкисты, ветераны и члены семей танкистов, погибших во Второй Карабахской войне, совершили поездку в Шушу. Ветераны почтили память боевых товарищей, погибших при обороне города. Они осмотрели разрушенные армянскими вандалами улицы и кварталы древней Шуши. Ветераны почтили память азербайджанских героев, павших за освобождение оккупированных территорий. Также они побывали на Джедер-Дюзю, посетили мавзолей поэта Моллы Панаха Вагифа. Сегодня у нас самый счастливый день, ведь мы спустя столько лет вернулись в Шушу. Это счастье не описать словами. Мы повесили фотографию нашего национального героя Азербайджана Альберта Агарунова на стену Шушинской крепости. Многие ребята не сдержали слез, ведь его душа до сих пор здесь, с нами. Дай Бог, чтобы наступил тот день, когда мы вернем все наши оккупированные земли и будем это отмечать.